наверное, собирают команду из мальчишек, которые поблизости живут в микрорайоне. А вы слышали когда-нибудь такое словосочетание «тренер-общественник»? Как вы думаете, кто это? Нет, не слышала. А вы когда-нибудь слышали такое словосочетание «дворовый тренер»? Как вы думаете, кто это? Ну, дворовый тренер, наверное, тренер без образования, скорее всего. Ну, какие-то, наверное, общественные нагрузки дополнительно на себя берет, какие-то дополнительные обязательства перед кем-то, там, перед собой. Может быть, какой-то кандидат, да, мастера спорта, который воспитывает дворовую команду, которому нравится дворовая жизнь. На общественных началах, кто работает, наверное, в свое удовольствие. Тренер-общественник, ну, мне кажется, что он прививает ребенку какие-то общепринятые понятия. Допустим, уважать старших, не уступать место в общественном транспорте, да? Ну, это вот во дворах площадки есть, и вот какой-нибудь инициативный дяденька тренирует пацанов.